Дорогие гости, проходите, занимайте места. Здесь впереди есть места подписанные, которые там для родственников. Когда садитесь, ну, смотрите, что написано на столах, и так более-менее комплектуйтесь. Раз. Дорогие друзья, проходите. Пожалуйста, тут стол для родственников у меня слева. Кто видит, третий стол для родственников. Родственники, пожалуйста, это ваш стол тут, и тут еще слева, здесь для родителей. Пожалуйста, присаживайтесь. Будьте осторожны, наши гости, проверьте, нету ли на вашем столе надпись, там, где говорится relatives или parents, просто чтобы вы не заняли место, которое предназначено для наших вот самых близких родственников, наших молодых.
Друзья, проходите, садитесь. Через 5 минут, примерно 5 минут, я думаю, уже наши молодые тоже будут тут. Так что находите ваши места, и мы будем скоро начинать. Дорогие гости, я попрошу вас занимать места, потому что молодые, они уже стоят в ожидании, когда мы будем готовы встречать их. Пожалуйста, присаживайтесь, занимайте места, будем готовиться встречать жениха с невестой. Дорогие гости, когда будут заходить дружки и дружки, вы, пожалуйста, оставайтесь на местах, не вставайте. Мы будем стоя встречать только жениха с невестой. Пожалуйста, занимайте места, занимайте, не стойте на проходах, занимайте уже все места. Folks, the young people are ready to come in. We welcome everybody that's here. If you haven't taken your seat yet, please do find a place to be seated. We've got plenty of spots open. I believe we've got some along the wall as well. Дорогие друзья, пришло время начинать и вторую часть нашего праздника сегодня. Давайте начнем мы с наших вот дружек и подружек и друзей. Как правильно сказать? Oh, there you go, folks.
Мы сейчас дадим только одну секундочку, пожалуйста. Подождите, вот красиво, постойте там посередине, мы на вас посмотрим чуть-чуть. Готовы? Хорошо. Это у нас, пожалуйста, Сергей и Вероника. Это нет, это Андрей. Кто там у нас? Катя и... Катя и Андрей, вот. Катя и Андрей. Катя и Андрей, пожалуйста. Следующий у нас Марк и Валя. Марк и Валя заходят. Очень вы быстро идете, я смотрю. Сергей и Вероника, вот они. Или вы бежите куда-то, или убегаете, я не понимаю. А теперь, пожалуйста, встанем. Вот наши молодые придут. Несет на руках Сергей, Анжела. Сергею так легко сейчас. Молодцы. Пожалуйста, если можно, минуточку внимания. We'll have just a moment of silence, folks. If we can't pay attention to the fathers, the bride and groom, мы дадим чуть-чуть внимания, пожалуйста, вот отцам наших молодых. Дорогие наши Сергей и Анжела, мы приветствуем вас здесь, на этом пиру, и желаем с вами разделить его. И в начале вашего жизненного пути мы хотим сделать вам такой подарок, это ценный подарок, и хотим, чтобы он не только лежал у вас на видном месте, но чтобы он был в использовании постоянно. Не пренебрегайте этим словом, этой книгой, читайте. И пусть это слово помогает вам в жизни, как и физической, так и в духовной. И мы вам дарим эту Библию. И сейчас, пока мы все стоим, мы помолимся над пищей. Любящий Господь, мы вновь приходим к Тебе, потому что нам некому больше приходить, Господи, и мы знаем, что Ты благословляешь, когда к Тебе обращаемся, Боже, и посылаешь все свои блага. Слава Тебе за это. Благодарим за это изобилие пищи, которое мы имеем сегодня, за изобилие духовного хлеба также, Господи, и просим благословения на эти дары для нашего принятия, Боже, чтобы оно послужило в укреплении нам, Господи. Благослови также и этот весь брачный пир, все участия, которые будут, пожелания, чтобы все осталось в сердцах наших и в сердцах молодых, Господи, и чтобы имя Твое было прославлено, и мы получили назидание все, Господи. Слава Тебе да будет за все, наш любящий Бог. Аминь. Всем друзьям приятного аппетита. I don't know if you need me to translate that for you, but they did wish everybody a bon appetit. Enjoy the food, пожалуйста. Сейчас можем представить к самой вкусной части нашего праздника. У нас сегодня готовая программа. Будем через примерно 15-20 минут уже начинать. Но вы сейчас можете познакомиться, кто за вашим столом сидит, попробовать пищу, и будем начинать программу через примерно 15 минут.
Дорогие друзья, мы можем дальше продолжать пробовать все, что есть вкусное. Я знаю, времени мало было еще все распробовать и по второму, и по третьему разу. Но и мы уже будем также и начинать программу. Вот сегодня мы начинаем нашу свадебную программу с пением. Это друзья жениха невесты, группа. У вас есть название какое-нибудь? Нету. Без названия, но пение ваше какое будет? На какую тему и почему вы выбрали эту песню? Так как у нас уже, я с Илюшей, Денис с Яной уже замужние, и Бог нас благословил прекрасными браками. Я вижу это и в ихней семье, и в нашей семье. С Богом, с надеждой, с терпением, с любовью вы достигнете неба вместе, и у вас будет прекрасное благословение. И так как мы испытываем это благословение сейчас, мы желаем вам того же. Тай священных чудные уроки в Слове Бога сможете найти. Давайте все скажем «Слава Богу!». Большое спасибо, наши друзья. Вам понравилось, молодые? Хорошо, пойдем. Дальше продолжаем программу? Окей, отлично. Сейчас у нас будет мальчик Матфей, тоже пение. Но перед тем, как мы будем дальше по программе пойти, давайте мы, вот я смотрю, уже немножко устроились, нашли, познакомились. Интересно было бы знать, кто откуда вот тут находится. Я так по столу пройду. Или давайте разные штаты. Кто с Вирджинии, все поднять руку. Просто кто тут местный, да? О, посмотрите. Окей. А кто не местный, кто не с Харизамбурга? Поднимите руки. Окей, откуда вы? Техас. Техас, окей. Там я видел руку, откуда вы? Откуда вы? Пенсильвания. Молодец, вспомнил свой штат. Не потеряешься. Кто еще? С каких штатов у нас? Я видел, тут руки были. Массачусетс есть, пожалуйста. Массачусетс. Вот они. Кто еще? Откуда вы? Мне сказали, вы тоже не отсюда.